Друзья, ждала, когда созреет кукуруза, ждала качанчиков, а получила нечто иное. Знакомьтесь, пузырчатая головня, гриб. Наши аграрии страшно боятся этого гриба. Кто бы хотел, чтобы было поле заражено. Ну а Мексики – это деликатес для гурманов. Мексиканский трюфель, готовят блюда. Специально заражают кукурузные поля, чтобы вырастет такой гриб. А как вы, попробовали бы блюдо из этой головни? Пишите ваши комментарии, очень интересно. Как для меня, то это бяка.